moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Шериф и Рапид Гидигич сыграли отложенный матч 9-го тура вот в таких погодных условиях. Самоотдача была, но каких-то вразумительных действий. На одной самоотдаче, на одном желании тяжело обыгрывать, потому что против нас тоже соперник, который всеми средствами пытается помешать нам забивать голы. Ну, я согласен со всем, что было сказано. Хочу добавить о том, что здесь больше, наверное, характер, бойцовские качества. Но это объяснимо, потому что против Шерифа сейчас все настраиваются, как ни на одного соперника, наверное, с чемпионатом Молдовы. Игра получилась очень тяжелой, жесткой. И могло быть что угодно. Любой мяч, любой стандартный. Стандартное положение могло привести к победе одной команды, другой к поражению. moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны.